Арсений, София с Викой пропали. В смысле? В прямом, я не знаю, где они. Не, не хочу. Саша, чай будешь? Нет, не буду. О, все на месте. Вы-то мне и нужны. В чем дело? В чем дело? Марья Ивановна, няня ваша, ну, девочек, заболела. А мы тут при чем, пап? Ну, как это при чем? Если Марья Ивановна болеет, то следующие няньки у нас кто? Вы. Папа, сегодня выходной. Я не собирался няньками быть. Изменит ваше желание, а? Как в прошлый раз по 5 рублей не пойдет, папа. Ладно, а если я заплачу как Марье Ивановне, а? Каждому. Ага, ах вы какие. Да-да, папа, каждому. Правильно, Саша, правильно. Вы какие, ладно. Но надо будет еще Нике съездить майку для гимнастики купить. Самим. Фигня, папа. И девочек еще покормить. И оплата в конце. Как с Марьей Ивановной. А майку Нике на что покупать? Кормить детей на что? Хе, покормить дома. А на майку Нике хватит. Папа, ты нынешние цены не знаешь. Как минимум 50 рублей надо. Да? Только этот, чек принесешь и сдачу. Ну, не знаю, может, Ника еще конфетки захочет, я ей тоже куплю. Ладно, так и быть, конфетки можно. Все, некогда больше с вами тут. Я поехал. Ника, где София? Да, что вам надо? Давай, наверное, собирай Нику, поедем ей за майкой. Я все слышала, что вам папа говорил. И то, что вам деньги заплатят. Не собираюсь я Нику одевать. Вот София. Санек, давай тогда на чифифо. Ника, а ты сама не оденешься? Как-то не. Оденешься. Давай первые ножницы. Чифифо, чифифо. Все, ты одеваешь. Ну что, Ника, идем одеваться. София, и ты тоже иди одеваться, я уже одет. Или тебе помочь? Без себя оденусь, не маленькая. Ника, что мы будем тебе одевать? Что? Это? Что это такое? Понятно, комбинезончики есть. Топики. Топики? Эти? Маленькие. Маленькие? Ладно, сейчас разберемся. Давай одеваться. Тут-то мы все и купим. Так, где тут футболки для девочек? О, вот как раз-таки. Какие-то танцевальные, спортивные. Ну что, Ника, возьмем одну, да? Давайте долго выбирать только не будем. Бери любую и пойдем. Все, давай сейчас быстрее на кассу, а потом идем, куда я тебе говорил, помнишь? А, игровые автоматы? Давай-давай. Арсений, куда мы идем? Мы же вроде бы уже майку купили. Надо в одно место зайти, София. Да-да, в одно место надо зайти. Не, Ника, мы не тут будем кататься. А я думала, мы сюда пришли, чтобы кататься с Никой. Нет, в другое место. Вылазим. Пойдем. Ой. Вот тут вот мы будем играть. Да, на этих автоматах поиграем. А вы вот, посидите за столом. Да-да, вот вы тут посидите, а мы поиграем. И долго вы собрались играть? Сколько надо, столько и будем. Так, сейчас попробуем. Саня, я уже 30 билетиков выиграл. Теперь ты играй. Блин, а я фигня, только здесь выиграл. Братья, долго вас еще ждать? Мы устали. И кушать уже хотим. Правда, Ника? Ну подождите еще немного, вам что, сложно? Фух,
фу, фигня, плохо сыграл. Никуся, они так будут целый день играть. Пойдем с тобой какие-нибудь ларьки вкусненькие посмотрим. Нужно 500 выпустить. 5-10 всего лишь. Пошла, пошла. Пожалуйста, только не 10. Только не 10. Что это за бред? Я уже не буду в это играть. Что, Никуш, не будем их сдать? Они будут так целый день играть. Пойдем лучше погуляем. Посмотри, какая каруселька. Хочешь посидеть? Но покататься не сможем. У меня денежек нет. Мне уже надоело вот сыграть, мне вообще не везет. Пойдем лучше домой девчонок покормим. Ты лох просто. Пошли, а то уже и правда мы долго. Ладно, я доигрываю и идем. Ладно, пошли дальше. Так реально, где девчонки? Неужели они в игровую пошли? Блин, их тут нету. Смотри, какой классный магазинчик. Давай игрушки посмотрим. Мяу. Да, это котик. Да, это котик. Ладно, пойдем дальше. Арсений, София с Викой пропали. В смысле? В прямом, их... я не знаю, где они. Нету? Я не знаю, уже игровую проверили. Их нигде нету. Да быть такого не может. Ладно, сейчас доиграю и пойдем. Какой доиграем? Они потерялись. Пойдем их быстрее искать. Ладно, пошли. Никуш, пойдем в этот магазин зайдем. Интересные вроде бы игрушки есть. Так, здесь нету, здесь нету, здесь нету. А, здесь только матрасы продаются. А игрушек мягких почти нету. Пошли тогда. Извините, а вы здесь девочек большую и маленькую не видели? Не проходили они тут? Нет, не видели. Где же эти девчонки? Может, в магазине? Вон где вы, Ника! Что это вы ушли? София, почему ты ушла? Это вас было невозможно ждать. Мы прогулялись бы и вернулись. Ага, вернулись. Мы тут уже все магазины просмотрели. Все, Ника, давай, пойдем уже домой. Какой домой? Мы кушать хотим. Кушать они хотят. Ладно, пойдем Арсения найдем. Арсений, мы здесь. Фух, я уже думал, нам будет конец от папы. А ты представляешь, они себе спокойно играют на диванчике, а мы их ищем. Ладно, что будем дальше делать? Да что, они есть хотят. Да, кушать хотим. Слушай, так может здесь их покормим? Ладно, уже пошли, чтобы от нас больше не отходили. Ладно, ладно. Арсений, Арсений, мы с Никой хотим кушать. Сколько еще и дел? Да вот уже, смотри, почти пришли. Вот пиццерия. Давай заходим. Арсений, ну нам же папа не разрешает кушать пиццу с Никой. Забыл, что ли? Ну разочек можно, что ты. А мы вообще папе скажем то, что вы еще нас потеряли. В смысле мы вас потеряли? Это вы ушли. Нет, нет, вы нас потеряли со своими игровыми автоматами. Ладно, ладно. Ну а что ты хочешь, чтобы ты молчала? Денежки хочу. Мне на сумку надо. Половину. Какую половину? Ты чего? Половину того, то, что вам папа даст, за то, что вы нас смотрите. Зачем тебе столько денег? Я же тебе сказала, я хочу сумочку себе купить. Ну и тогда твою пиццу смогу поесть и ничего не расскажу. Ну что, а что теперь делать нам? Что-что, ну отдадим ей деньги. Вот это мы поработали, нянька, меденек. Ну где там наши пиццы? Мы с Никой кушать хотим. Горячая, да? Ну сейчас он очень подостынет и будем кушать. Ну что, София, наелась? И что, страшно пиццу есть? Нет, не страшно. Просто папа не разрешает. Ну ты хитрая, София. Да. София, ты поняла, что нужно будет папе сказать? Что все было хорошо? Петя! А вы помните про половину денег? Еще посмотрим, посмотрим. Так, всем привет. Как тут дела у вас, а? Как день прошел? Так, все живы-здоровы, слава богу. Никушка, как твой день прошел? Понравился?
Братья хорошо за вами смотрели, а? Нет. Чего? София? Ну? Ну, говори, что, говори, как есть. А тут Ника говорит, нет. Арсений. Хорошо. Ну так что, я не понял, что произошло или что? Не, пап, нормально, нормально за нами смотрели. И покормили, и купили то, что надо, и поиграли. Ладно. Тогда вот. Заслуженные, заработанные. Разделите. Какое разделите? На каждого. Не надо. А вы, ребята, были на канале Бурашов. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Давай половину. Да сейчас. Папа же одной купюрой дал, разбить надо.